рабочим визитом регион посетил куратор Ульяновской области из Федеральной антимонопольной службы России Сергей Пузыревский. Он высоко оценил работу, которая проводится в области по развитию конкуренции, а также рассказал о главных целях и задачах государственной политики в этом направлении. Президентом поставлена задача развития конкуренции, то в вопросах развития конкуренции мы, безусловно, партнеры. Мы должны помогать, как антимонопольная служба, подсказывать, делиться опытом позитивных элементов развития конкуренции других регионов, чтобы достигнуть наилучшего результата. Поэтому, когда мы сегодня обсуждали дорожную карту по развитию конкуренции, у нас была в определенном смысле дискуссия, да, значит, какие еще мероприятия можно реализовать на территории Ульяновской области, чтобы для экономики это был плюс. Заместитель руководителя ФАС России вместе с главой региона принял участие в заседании Координационного совета по внедрению стандарта развития конкуренции в Ульяновской области. Мы только что сейчас провели, на мой взгляд, очень важный обмен мнениями о той ситуации, которая складывается в Ульяновской области с развитием конкуренции, о тех плюсах и, несомненно, о тех недостатках, которые есть в деятельности Ульяновской области. И с этим я еще раз просто хочу обратить внимание и Александра Александровича вас, и всех министров о том, что доля закупок у малого и среднего предпринимательства в этом году у нас ниже, чем в среднем по Российской Федерации. В 2019 году стандартом развития конкуренции на федеральном уровне утвержден перечень из 41 товарного рынка для развития конкуренции. Так, к 2022 году на рынке обработки древесины и производства изделий из дерева доля организации частной формы собственности составит 85%. На рынке услуг детского отдыха и оздоровления – 20%. Главная цель – уменьшить государственную долю предприятий и за счет этого вырасти частный сектор. Стандарт развития конкуренции в Российской Федерации подразумевает утверждение перечня товарных рынков и, соответственно, разработку плана мероприятий по развитию конкуренции. В перечень должны включаться не менее 33 товарных рынков из 41. Перечень товарных рынков должен быть разработан на основе анализа мониторинга состояния и развития конкурентной среды на товарных рынках, а также проект перечня товарных рынков. Глава региона Сергей Морозов одобрил план мероприятий и утвердил на ближайшие 3 года перечень из 34 товарных рынков, где доля частной формы собственности должна будет постепенно расти за счет активных предпринимателей. Среди основных – рынок услуг розничной торговли, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами, рынок социальных услуг, рынок реализации сельскохозяйственной продукции, жилищного строительства и теплоснабжения. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Управда ТВ.